В Сырдарьинском районе Кызылординской области в этом году начнут реализовывать масштабный проект по строительству солнечной электростанции. Планируют модернизировать сферу энергоснабжения и отремонтировать дороги местного значения. Планы на год озвучили в ходе отчетной встречи акима Аульного округа Кугалыколь с населением. А вот какие проблемы уже решены, узнала моя коллега Райхан Тажибаева. Строительство врачебной амбулатории в Аульном округе Кугалыколь ждали несколько лет. До сих пор сельчанам приходилось ездить за 40 километров в райцентр. Теперь неудобства позади. Новая здравница построена по современным стандартам. Здесь есть своя лаборатория, квалифицированные специалисты и дневной стационар. Я прожил здесь всю жизнь, мне 74 года. Видел немало. Раньше, к примеру, чтобы попасть в райцентр, нужно было объехать реку. А это десятки километров. Не было ни моста, ни больницы. Сейчас построили мост и амбулаторию для 2500 жителей нашего села. Это настоящий подарок. Здесь есть все необходимое. За год в селе смогли добиться успехов практически во всех сферах деятельности. Растет поголовье скота, снижается преступность, развивается малый и средний бизнес. Но главный акцент на решение социальных проблем. В прошлом году требовался капитальный ремонт в сельской школе. Эту проблему мы смогли решить. Школу отремонтировали. В учебном заведении устранено трехсменное обучение. Задача этого года – отремонтировать центральные дороги. Автодороги – это то, на что сегодня делает акцент район. В планах нынешнего года отремонтировать 42 километра дорожного полотна. Причем большую часть за счет местного бюджета. Последние три года мы решали социальные проблемы, приводили в порядок детские садики, школы, объекты культуры и здравоохранения. Теперь намерены отремонтировать внутрирайонные дороги 42 километра за счет районного бюджета, еще 7 километров отдаленных аулов за счет областного бюджета. Сырдарьинцы строят большие планы. В числе главных – модернизация энергосферы и строительство солнечной электростанции. Последнее даст району новые рабочие места и позволит увеличить налоговые мощности. Райхан Тажибаева, Канат Инсибаев, Руслан Айтмамбетов, Кызылординская область, Хабар 24.